Ветераны СВО, потерявшие обе ноги или передвигающиеся только на колясках, смогут получить автомобили с ручным управлением. Такую инициативу Фонда «Защитники Отечества» поддержали президент и Госдума. Уже в этом году запланировано приобрести 200 специализированных автомобилей за счет средств фонда и передать их ветеранам с тяжелой инвалидностью, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Глава Куйбышевского района Алексей Коробков встретился с жителями Волгаря. Среди тем, которые обсудили – транспорт, экология, дороги. Общались 3,5 часа, из них 1,5 часа обсуждали транспортную доступность. Такие встречи нужны, чтобы собрать обратную связь и внести коррективы. В этом году начнут расчищать дубовый ерек. Завершат работы в 2025-м. Также в этом году закончат прокладку новых водоводов до НФС-3. Осенью отремонтируют улицу Осетинскую, передает телеграм-канал Куйбышевского района. В Самарской области за первые 6 месяцев года отравилось грибами 29 человек. Хотя в том году за аналогичный период от отравления дарами леса пострадали 40 человек. Данные Роспотребнадзора публикует телеграм-канал Красногринского района. Чтобы избежать отравлений, необходимо покупать грибы только в магазинах и на официальных рынках с обязательным наличием сертификатов качества и безопасности. Сбор грибов должны осуществлять только знающие люди. Не нужно собирать грибы вблизи загрязненных территорий. Отравление грибами и ботулизм могут быть смертельно опасными. При малейших признаках плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу.